Ну что, ты готова к первому дню в школе? Папа говорил, что школа — это как тюрьма. Школа вовсе не тюрьма. Я могу уйти, когда захочу? Немного как тюрьма. Производство Netflix. Ты в какой школе училась? Ни в какой. Мы с отцом жили на маяке, но он умер. Я тебе кое-что покажу. Это папа. Раньше он каждую ночь мне рассказывал сказки об опасных приключениях, которые нас ждут. Добрый малышка. Сладких снов. Свинка. Что? Как такое возможно? От режиссера вторых и третьих «Голодных игр». Приветствую, девочка! В стране снов. Это мир грез. Раньше мы с твоим отцом были партнерами. Ты Флип? Он о тебе рассказывал каждую ночь. Мы отправимся на поиски сокровища, которое исполнит любое твое желание в стране снов. Я снова увижусь с папой. Когда пройдем через эту дверь, все изменится. Ладно. Так чего мы ждем? И то верно. В день благодарения. Первое правило – будь начеко. Один промах, и ты не вернешься в реальный мир. Второе правило – веди себя тихо. Мы не развлекаться пришли. Кто последний, тот отстой! Ни один сон не длится вечно. Рано или поздно нужно проснуться. Я не хочу просыпаться. Я хочу только увидеть папу. Джейсон Момоа. Реальный мир больше, чем кажется. И Марлоу Баркли. Реальность ждет тебя, Немо. Ты можешь делать все, о чем мечтаешь. До свидули, кретины! Не могу! Страна снов. Ты говорил, мы не развлекаться пришли. Я сказал, ты не развлекаться пришла. Если я не буду веселиться, значит, плохо работаю. В ноябре. Yeah.